силами местной общины был оборудован колодец, у нас сейчас его такое рабочее название, колодец Якова. Вот. Этот колодец еще сделали площадочку такую смотровую, чтобы сюда можно было привозить паломников. Вот как раз здесь... мы по теме, Самарянка-то будет в воскресенье. Да, Самарянка, да. Колодец Якова, вот, Самарянка да. где? Вот даже лавочку там сделали, на этой лавочке можно посидеть. А Самарянки не подойдут? Пойдемте посмотрим. Как же, батюшки, я вас люблю. Да? В село Анино Михайловского района пришла весна. Закипели работы на земле. А те, кому дорог любимый уголок Михайловского района с певучим женским именем, ждут приближения момента сдачи стратегического объекта – храма Успения Божией Матери. Да. А сегодня утром была гром и молния. Значит, я встал в 5 часов утра, прям как сверкнул, и прям бу-бу-бу, раза 3, наверное, грохнул. Так что, видите, мы не видели двойную. Это вы не видели, а мы видели. Вчера, да? Вот здесь, сегодня, утром, 5 часов утра. Вчера радуга была. Да, вчера радуга. Да, наверное, ну все, свершилось. В прошлый раз я думаю, приполовение. Да, приполовение. Ну, я бы так сказал, день откровения. Господь нам показывает истинную картину сегодняшнего положения. Вчера мы съездили с Сергеем Анатольевичем в земельный комитет, нам там все объяснили по земле. Вот. Нас скоро грядет наша Рязань-энерго сюда. Да. Вот. Так что слава Богу за все. И когда мы подходим к некому препятствию в нашей жизни, вот по этому делу, оно нам кажется препятствием или каким-то таким вот преодолением. И вот вдруг так Господь так отверзает все, и мы идем дальше. Вот. И как это все происходит, для нас это неведомо. В пасхальные дни мы посетили этот удивительный уголок, чтобы узнать, что нового произошло с момента нашего последнего визита на святую Анинскую землю. Нас сопроводили 2 священнослужителя, дорогие наши батюшки, благочинный 2-го Михайловского округа протоиерей Сергий Орлов и протоиерей Александр Добродеев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Здесь можно разместить целую автобусную экскурсию. Понимаете, вот... Да и Черпалу тебе нет, да. Как ты будешь добираться? Вот Черпал, вот вода. Ну, раз и все. Да, вот смотрите. И колодец не глубок. Смотрите, вода. Настоящая, натуральная вода. Испить чистой водички из колодца Иакова, окунуться в Анинскую Иордань, полюбоваться местными пейзажами и увидеть Успенский храм без лесов во всей красе. Вот что удалось нам пережить и сделать в этот праздничный день. Вот территория, здесь раньше жил священник. Его так и называют. Поповский колодец он раньше назывался. А так как у нас все-таки наша земля, она немножко будет напоминать святую землю, поэтому все эти артефакты, они будут относиться с названиями святой земли. Так не просто Поповский колодец, ну Поповский колодец, а колодец Якова. И вот группа придет, здесь почитаем Евангелие. Кстати, можно после службы сюда народ привезти, читать про Самарянку, как здесь Господь с ним встретился, вот, и вообще о чем мы с ней говорили. Как она ему ответила? Очень долго говорит, очень глубокие богословские мысли. Так я же говорю, вот прям приезжаем сюда, читаем вот в этом месте Евангелие. Всяк человек, когда потом... пьющий воду, возрождается, да, опять. Конечно. А Господь говорит, который воду вот, я дам. Вот. Сам человек становится вот там, источником жизни вечной, текущей жизни вечной. Да. Это Слово Божие, это не та вода естественная, а вот евангельское слово. Но самое интересное, мы соединили Иордан наш, вот эту купель, с колодцем Якова. Там вода, и здесь вода. Одной дорогой. Там у нас мостик вот получился. Вот пойдем сейчас мостик посмотрим. Удивительный. Маленькие и большие чудеса продолжают сопровождать богоугодное дело. Неизвестная птичка здесь свила гнездышко, в котором лежали яички. Гнездышко это сохранилось за иконкой, расположенной в местной купели. Думаю, что птичка решила, что это самое надежное местечко для ее будущих птенцов. Тропа соединяет Иордан, наш купель, и колодец Якова. А между ними протекает у нас поток, называется Кедронский поток. Вот. Сейчас мы увидим его, этот Кедронский поток. Он, кстати, изображен на всех иконах, посвященных Страшному суду. Вот эта река, это и есть Кедронский поток. Храм Божий – это самое радостное место на земле, а строящийся храм –
это еще и надежда на возрождение села, укрепление православной веры и изменение духовного мира людей, проживающих здесь. Медленно, но верно люди, посещающие храм Божий, становятся искренней, добрей. Они постепенно постигают искусство любви, ведь православная вера – это самое настоящее искусство, красоты духа и обретения истинного смысла. Главное – не останавливаться, не поддаваться вражьим проискам, не сомневаться, а верить, надеяться и любить. Ой, слава Богу, у меня душа на месте. В прошлый раз что у нас было-то? Алтарную преграду ставили, вот теперь покраска идет, стяжка будет. Это будет вообще хорошо. И будем готовиться к освящению. И уже вот проводкой занимаются. Да, да, да. Вот когда все сделаем, тогда мы архиерею Владыке Марку обратимся. Архиерей Владыка Марк пришлет сюда с епархиальное управление комиссию деканов. Нам скажет, что нам именно надо делать. И вот по его предписанию все сделаем. Тогда назначит Владыка день освящения. Вот такой великий день будет, праздник у нас. Да. В нашем благочинии тогда еще один храм действующий появится. Ну, настоятель, наверное, назначит на благоусмотрение Владыки Марка. Так, хорошо. Сердце радуется всегда, когда храм открывается. Печалится, когда вот ведь они заброшены. А сейчас это же какое торжество. Да, да. Я очень рад. Уже паникодила, уже жизнь входит в храм. Да. А вы представляете, сейчас начнется богослужение здесь, богослужение. Часы читаться, вечернее богослужение, всеночные службы. Да, да. Все заживет, приход. Конечно. Да, да. Глядишь, уже и тот начнет оживать храм. К этому же все идет. Да, да. Дай Бог. И народ потянется. И видишь, тоже как-нибудь. Народ потянется, отовсюду потянется. Москвичи приедут, дачники приедут. Вот если там они услышат, если даже из далеких деревень, они наверняка хотят увидеть своими глазами, присутствовать на службе, приедут обязательно, свою какую-то лепту внесут. Так что у нас хорошо все.